городе Минске состоялся конкурс среди старшего поколения по основам безопасности жизнедеятельности «Суперстар». 9 команд, 90 участников, 4 конкурсных этапа. А как это было, мы узнаем прямо сейчас. Мы готовились, мы старались, мы надеемся на победу. Только победа за нами. Да. Никакие не ниже. Очень волновались. Очень волновались. Как в детском саду. Хочется победить. Весело, радостно, конечно. Положительные эмоции. Радуемся за соперников, которые перед нами. Все нужны. Спасибо, МЧС, за все, что нас оберегаете. Да. Мое впечатление такое, что, слава богу, столько пенсионеров не сидит дома, ни в поликлиниках, ни кряхтит. А здоровенькие сидят здесь и поют, и танцуют, и выступают. Интересное первое, что мы уже собрались, это самое интересное. Мы узнали очень много о том, как должны поступать люди в экстремальных ситуациях. Вроде жизнь прожили, а кто и что и не знали. И жизнь продолжается. Мы вам все искренне благодарны за это мероприятие. Оно принесло пользу и нам, и всему городу. И, наверное, вам. Это мероприятие ободрило многих из нас и других людей. И выступили мы отлично. А чего мы хотим преподнести нашим выступлением? Мы хотим нашим девизом «Зажечь этот мир позитивом». Эмоции зашкаливают, мы очень довольны, мы чувствуем себя бодрыми, юными и красивыми.